количество просто наводит, я не знаю, в какое-то время. Очень долго. Пока она перемеряет 25 пар сапог, выберет одни. Потом начинает выбирать джинсы. Потом, значит, перемеряет все свои футболки, майки, там, я не знаю, все что угодно. Вот. Потом еще надо же уложиться. Каждый из артистов по-разному относится к своей работе. Одни могут работать весь день без перерыва, другие только 20-30 минут в день. В случае с Таду наблюдается их особое отношение. У них очень плотный промо-план. Радио, пресса, живые выступления. Все в один день. Девочки очень хорошо с этим справляются. Это очень сильно отличает их от тех артистов, которые могут отказаться от запланированных ранее интервью. Психологические книжки. Если честно, я читала, как ее, знаешь, Сваро, не как это, Робски.
Вот такая вот модная писательница. Любовь он. Вот это вот. А так, на самом деле, я не люблю всякую художественную литературу. Все эти Пушкины, Достоевские, все это как бы, ну, не для меня. Или либо современная должна быть литература, либо это должны быть какие-то просто психологические, там, типа Лазарева, ну, что-нибудь такое прикольное. Какие-нибудь статьи всякие разные. Ситуации, где я реально понимаю, что сейчас лучше промолчать и, например, обсудить это позже, не в этот момент. Вот. Или сказать свое мнение не вот именно тогда, когда вот прям вот все это обсуждают, а просто потом подойти отдельно сказать свое мнение. Но свое мнение я высказываю всегда. В принципе, я по жизни мягкий человек. Меня можно довести, вот если медленно меня там доводить до какого-то определенного состояния, то я могу разозлиться, и в гневе я сильна, конечно. Вот если, ну, редко такое бывает, очень редко, но если я злюсь, то я превращаюсь в абсолютную противоположность себе самой. Что я не могла вообще жить без шоколада. То есть я покупала, купила шоколадок молочных, я очень люблю молочный шоколад. Причем не важно, с орехами или без орехов, но в основном люблю такой вот просто молочный шоколад. Я ела плитками, вот реально я плитками ела шоколад. Мне прям как будто в организме чего-то не хватает, потому что я, в принципе, не сластена, вот, и сладкое ем очень редко. Ложу шкаф, например. Понимаю, что у меня там есть двое джинс, которые ношу, а все остальное я не ношу, мне это не нравится, я носить это не буду. Я иду и покупаю себе целенаправленно еще там двое джинс или одни джинсы. Или там так, ну, такая же ситуация абсолютно на все вещи. А так вот прям вот, чтобы просто так пойти, а вот пойду-ка я сегодня по магазинам схожу. Такого не бывает. Я люблю по магазинам ходить, когда надо кому-нибудь подарок купить. Но за подарками обожаю ходить. Вот кому-нибудь. Маме, сестренке, подружке, там, тюльке, кому угодно. Вот от этого я получаю реальное удовольствие. Может, так вынуть, на самом деле, устали все уже. Пока, Муз-ТВ. Пока, Муз-ТВ, до завтра. Bellissimo!
выступление. Сейчас у нас выступление еще один раз сегодня. Сейчас мы за кулисами ржем, прикалываемся. Сейчас мы идем на сцену, поем три песни. В гостиницу спать и завтра в Москву. Fine, how are you? Great. You remember us? Впервые я живьем услышал Юлю и Лену в Берлине в прошлом году. Это было потрясающе. Сейчас я с удовольствием путешествую вместе с группой Тату. Я привез с собой фотографии Юли и Лены, чтобы они на них поставили свои автографы. Мне будет очень приятно, когда на моем столе дома будет стоять такая фотография. И, конечно же, подарки для девочек. Обезьянка, я жива, пока моя обезьянка. Как вы понимаете, все это происходит специально для Муставы. Все специально для вас. Ma non ce l'ho fatta di carta, io ve lo faccio fare sul fammi sulla mano, di qua. Я на репетицию на эту фляс летела, застряла просто в этой дырке, причем опять на той же ступеньке. Ну второй вот сверху, по-моему, опять вот на ней же. Как специально, да. И все, я возвращаюсь, туфлю даю, блин, Золушка, ё-моё. Я прям ее в руке вынесла, знаешь, одна нога наступала нормально, второй на носочек, знаешь, так вышла, как гравлон, и начинает туфлю вот так вот надевать, прыгаю там, стою. Я один раз забыла переобуться. Я вышла на сцену обратно в туфлях. А у меня туфли такие скользкие были. Я должна была переодеть такие как ботинки с резиновой подошвой, потому что мы там танцевали, у нас вот танец был очень энергичный. Я упала прям на сцене. Справа
Те люди, которые близки к нашему возрасту, ну там 40-30, там, ну я не знаю, да, вот что-то такое, они восприняли это абсолютно позитивно. Это просто было очень хорошо сделано. Очень хорошо сделано. И как продукт, я почему-то вот на экране не смотрю на него, как на свою, я смотрю как, вот, как произведение какое-то, да, вот совокупность там работы разных людей. И я смотрю и стараюсь оценивать так. Вернее, не стараюсь, у меня почему-то само собой так получается. Вот. А люди, которые постарше, они выжидали, чего скажут критики. Да, потому что там молчание такое какое-то, немножко какие-то улыбки такие непонятные, двусмысленные. А потом начал, когда там то ли Троицкий, то ли кто-то сказал, что да, это событие. Вот тогда они расслабили, сказали, да, да, мы согласны, это действительно событие. Я посмотрел, как вообще к ним относятся их фанаты. Их благотворят вообще. На улицах встречают и плачут, и бегут. В Италии, в Германии, в Мексике, в Бразилии. Весь мир слушает их. Встретим по дороге. Вдруг я свою судьбу встречу. Там я на выпускной из Питера ехала с гастроли. Я приехала, по-моему, в 12 как раз. Вот я подошла в школу. Вы за мной еще все заходили. Да. У меня диплом получала мама. Потому что мы были на гастролях, у нас был концерт в Петербурге. А сейчас выходит Лена Катина. И выходит такая очень стройная Ленина мама. Мама Ленина — это просто. А Ленина мама такая: Лена Катина. Она такая: да, вот Лены нету, а получу диплом я. Все, естественно, похлопали. Я в этот момент ехала в поезде. Я приехала прямо с вокзала, поехала в салон, что-то укладывала себе там прическу, потом пришла домой, накрасилась быстро. За мной зашла Наська там с ребятами, и мы пошли отмечать. Отмечали до 8 утра, а потом в 8 утра, я когда пришла домой, ну там родители ходили, убирались, я жутко рыдала, потому что мне было так обидно, что я закончила школу. Думаю, господи, ну неужели вот это вот беззаботное время на самом деле, оно прошло, мне так было обидно, ужасно просто. А ты
Тату завоевали не только Японию и весь азиатский регион, они завоевали весь мир. Второй альбом группы «Тату» покорил японскую молодежь. На мой взгляд, это сильный и качественный продукт на музыкальном рынке. Их музыка легла на японский вкус. Девочки умеют работать, они действительно очень популярны, и это только начало их творческого пути. Я рад, что мне посчастливилось стать партнерами с группой «Тату». Мне бы очень хотелось развивать эти отношения дальше и как можно дольше, впредь работать и сотрудничать с ними. Я считаю, что у группы очень большое будущее, и хочется пожелать девочкам только удачи. Я тоже прекрасно помню первый момент, когда с тобой познакомился. Кстати, с Димкой учились вместе в музыкалке, он на скрипке играл, а я... Ну, я понял, шоу-бизнес — это не моя специальность. В общем, я пришел домой, говорю маме: мама, ты знаешь, у нас учится девочка, такая морщинистая. А я путал веснушки и морщины. У меня мама так под глазами на меня смотрит, говорит: какие морщинки, сколько ей лет, Дима? Ну, не знаю, она говорит, старше меня вроде. Потом мы с ней вместе сообразили, конечно, что это были не морщинки, а веснушки. Потом мы ездили вместе на роликах в эту музыкалку. В музыкалку, да, со скрипкой там. И на роликах. Хочу познакомиться с своими друзьями, со своими одноклассниками. Это самые дорогие для меня люди. Еще один не приехал. Вот, но на самом деле это они. Вот сейчас меня окружают. Это Дима. Он у нас врач. А почему Дима первый? Я не поняла. Потому что он справа от меня сидит. Не знаю вообще. Так, ну я, пожалуй, пошла. Короче, он медик у нас, он будущий врач. Дима, это твой дебют. Это Настя, моя лучшая подруга, это моя самая-самая близкая подруга. А это наш Андрюха, который запускает шары в воздух. Вот, и тоже наш одноклассник. На самом деле он роботами занимается. Роботами занимается. Вот, и он мне чертил черчение. Это те люди, которые для меня самые дорогие, которым я все время звоню, которые, ну так, вот ей я звоню всегда. Вот, а ребята все время на меня обижаются, потому что я все время пропадаю, но на самом деле просто... Потому что им я звоню не всегда. Да, потому что им я звоню не всегда, на самом деле, я зараза ужасно гадкая, вот, но я их люблю больше всех на свете, это самые дорогие для меня люди, и я их даже не воспринимаю, как вот, прям, я не знаю, они, наверное, для меня, ну, просто самые лучшие ребята на свете, они для меня самые лучшие друзья. Она меня просто называет Кисунечка, а я ее все время называю Масюнечка. И мы всегда делаем вот так. На самом деле у нас просто очень дружный класс был. Вот мы общаемся с ребятами. Мы с Андреем со второго, с Димкой с пятого, а с Настей с девятого. Да, очень дружный класс. Две девчонки, все остальные ребята. Ой, а вот спаситель Женя. Спасибо, Женя. Жарко тут очень. Мы на самом деле всегда говорили так. Мы девушки особенные. Ребят мы никогда не обсуждаем. Мы говорим о социальных проблемах нашего общества. Мы ставим цели, достигаем. Добиваемся того, что хотим. У меня раньше был, знаешь, вот такой вот, кстати, сейчас я покажу, я не знаю, если у меня получится. Да, у меня получится, волосы... у тебя всегда получается. У меня волосы очень просто густые, они вот таким вот домом стояли. В общем, вот прическа у меня была примерно вот знаешь, ну вот так вот все домом стояло, только в два раза больше, знаешь, вот так вот прям, вот так вот все дыбом. Было такое вот каре, вот. И они меня все время обзывали, типа, швабра. А я все время плакала. Когда мы собираемся все вместе, еще очень классно у нас получаются тематические вечеринки. Последний раз у нас было, мы перенаряжались в артистов сцены. Вот Настя была шнуром, Андрей был меркой с сердючкой. Ну вот, кстати, на этом мы никогда не акцентировали внимание. Почему-то вот у каждого есть своя работа. То есть Дима вот у нас там будет врачом, он идет по своей специальности. Эта тема у нас как-то не затрагивается. То есть Лена, вот у нее тату – это работа. Для нас она просто Лена Катина. Я не любила математику, вот честное слово. Я все время там на уроках математики писала стихи. Мне учительница говорит, Лена Игнатьевна ее звали, говорит: Лена, ну почему? Ну ты же талантливая девочка, ну ты же все можешь понять. Ну почему ты ничего не делаешь? Я говорю: Лена Игнатьевна, ну зачем мне нужна ваша математика? Она меня все время Катей называла. У меня фамилия Катина, она говорит: Катя, иди к доске. Я говорю: я Лена. Катя, иди к доске. Я Лена. Ну, в общем, я ее в отместку начала называть Марья Ивановна. Вот, и она: Катина, да ты мне вообще должна молоко за вредность приносить. Я ей на следующий день перед школой захожу в магазин, покупаю пакет молока. Захожу в класс, там нормально, говорю: Инна Игнатьевна, я говорю, вам молоко за вредность принесла. Я ставлю ей пакет молока.
молока на стол. Ржач был, конечно, дикий. Кстати, наша Лена вот молодец, и могу сказать это просто вот с гордостью. Я горжусь, что у меня есть такая подруга, что звездная болезнь ее, наверное, все-таки обошла. Когда у нее там появилось это творчество, там, не знаю, то есть у нее вышел первый клип, я подумала, все, не будет, наверное, больше подруги. Вот именно той Лены, то именно вот душевного такого человечка, куда там тебе очень-очень может быть плохо, и ты придешь к ней, она всегда тебя выслушает. Я могу быть тысячу раз не права, и действительно, там, я бывала где-то не права. Лена, она всегда скажет, Настя, ты должна делать так, вот как тебе подсказывает твое сердце. Вот делай так, как ты чувствуешь. Она могла поддержать в любой просто ситуации. Я помню, что я начала задирать нос, там, и так далее, что вот я такая, там, меня по телевизору... Автографы, да, меня по телевизору показывают, там, и так далее. Меня очень здорово осадили мамы и вот Настя, и вот ребята. Что касается звездной болезни, действительно, наверное, все-таки обошла. Благодаря им только. Приходя в новую компанию, если вдруг мы там с Леной вдвоем где-то оказываемся, но я-то там уже знаю ее, она моя одноклассница, то есть для меня она в принципе не была никогда группой Тату, она всегда была Лена Катина. Начинаешь общаться, и люди потом говорят, блин, ну, Ленка, она вообще вот вроде как по телевизору, она звезда, у нее там мировая слава, но как она себя ведет, это просто, это потрясающе. Она не ставит себя никогда выше всех. То есть она такая вот, как все, как обычные девчонки. В общем-то, мы приехали в ресторан к нашему очень-очень хорошему другу Гене. Вот, здесь самые-самые лучшие суши, которые я когда-либо ела. Вообще, это безумно вкусно, это очень красиво и ну, просто нереально. Так, ну, так не бывает, на самом деле. Я в шоке, я просто в шоке. Даже в Японии таких суши нет. Просто, здесь волшебство какое-то, точно. Волшебное что-то. Так не бывает. Это нереально. Вот. Это наш Моррисон. Мы с ним работаем уже достаточно давно. Он делал нам концерт в Японии. И сейчас у кого-то звонит телефон. Сейчас мы, в общем, тоже у нас деловая встреча. В принципе, мы будем обсуждать там какие моменты. Вот. В том числе подписан контракт. Вот. И, в общем-то, все здорово, замечательно, вообще великолепно, отлично, зашибись. А сейчас давайте покушаем. Сильно шокировала японскую публику. Это школьные костюмы, белые рубашки и короткие юбки, в которых девочки выступали в Японии. Это без сомнения было интересно и необычно. Да, это было сенсацией. Поистине качественное звучание альбома, приятные, сильные голоса девочек, столько энергии, столько драйва. Они действительно зажигают публику и держат ее до самого конца на одном вздохе, на одном биении сердца. Фантастично. Я сразу понял, что это прорыв. Тату открыли путь России на японский рынок.
не получилось. Здрасте, здрасте. Сталинград маленький, да? Да, да. Сова. Сова. Смотрите, не гуляйте. Не, что, им школа. Меня мама ждет дома. Папе маме все скажу. Папе маме все скажу. Да ладно. Ну, если мы в самолете вместе опять будем лететь. Я тоже там летел. Я в него таким клевым, я вас никогда не видела. Так, говорите, быстрее. Всегда мечтала, честно. Я просто фанатею вами. У меня столько всего. Вот, снимайте. Это как раз общение, живое общение. Это живое общение. Сейчас на самом деле она высокая. На самом деле, да, мне так ножки подрубили. После Болизы приехал. А так она высокая. Высокая в счастливо. Приходите к нам завтра. Да, приходите. Жакуй. Я, кстати, вот я бы съела бы. Я бы съела. Я поел в гостинице перед интервью, так что, знаете, нет. Он вот сидит и жрает, сидит уже. Слышишь, что она сказала? Ты тоже не ела. Это не я сказал, а она. Нет, я не ела. А и все написано на понятном только тебе языке. Потому что это язык. Пойдем выберем. Идите покушайте сами тоже, на всякий случай. Здравствуйте, друзья. Четыре, не знаю. Это снова я. Я. Made in Russia.
встречи. Ja neile meeldib see, mida...